Винтокрылый летательный аппарат называют еще автожир. Он взмывает в небо, словно настоящий самолет. Даже на такой машине пилот может выделывать трюки. Точно такой же аппарат под управлением бывшего летчика упал в Сасовском районе 3 февраля. 57-летний пилот свой автожир собрал сам. Установил на него двигатель 2500 кубических сантиметров мощностью 160 лошадиных сил. Он выбрал безлюдный луг за нефтебазой. 3 февраля около 2 часов дня его автожир поднялся на высоту около 50 метров, затем спланировал и упал на землю. В результате аварии пилот разбил лицо и повредил лодыжку. Помощь ему оказали на месте. От госпитализации он отказался. Сам летательный аппарат зарегистрирован не был. Делом занимается транспортная прокуратура.